приятно. Да. Приветствую всех. Вот и пришла наконец-то мне посылка от Деда Мороза. Сейчас как раз таки узнаем, что он мне прислал. Что же это? Конечно же, это антистресс, вечная пупырка. Для чего я ее заказал, спросите ли вы? Мы же все-таки теннисисты, это же у нас не теннисные мячи, и не накладки, и не основания, чтобы делать на них обзор. Но, прочитав описание, что они являются антистрессом, я пришел к выводу, что это как раз-таки к нам, теннисистам, и в большей степени и подходит этот аксессуар. А теперь давайте попробуем, так ли это на самом деле. Но, прежде чем перейти непосредственно к... Ты быстро идешь, я же не могу спиной это. Но прежде чем перейти непосредственно к апробации этого аксессуара, давайте проверим качество его. Перед этим нужно вскрыть пленочку. Все, пленочку вскрыли, выбрасывать не будем, потому что мы же не свиньи. Так, качество изображения. Какого изображения? Качество поп-ита. Поп-ит не кривой, смотрим правильность его. Далее смотрим по материалу. По материалу чувствуется, что не натуральный каучук, а какое-то синтетическое вещество, заменитель резины. Теперь начинаем имитировать ситуацию. Является ли он таким антистрессом или нет? Чтобы сымитировать эту ситуацию, необходимо представить, что счет 10-10, соперник вам вешает соплю. И в этом случае мы максимально напряжены. Наш агент делает что? Правильно, берет тайм-аут. Я подхожу к нему, она мне дает поп-ит, и я закрываю глаза и начинаю. Короче, кроме отвращения, эта хрень больше ничего не вызывает. А если быть точнее, что никаких абсолютно у меня от этого эмоций. Мне хочется ее просто взять и рвать, потому что я проигрываю со счетом. Мы нашли еще, для чего необходимы эти поп-иты в наших ситуациях. Это ситуациях каких, правильно? Мы же все-таки теннисисты, как я уже говорил про это. Это следующее. Неоднократно вы, скорее всего, были на любительских турнирах, где не бывает судей. Для этого можно взять с собой поп-ит. Одного, конечно же, будет вам недостаточно, но для этих случаев мы заказали целых 2 штуки. И делать следующим образом. Положить один на одной стороне, другой на другой. И после каждого выигранного очка подходить и нажимать. А что, так можно было, что ли? И, соответственно, каждый нажатая пупырка будет означать одно очко. И так вы точно никогда не заблудитесь в очках. Надеюсь, этот обзор на данный аксессуар станет для вас очень полезным. Всем спасибо за просмотр. До встречи.